И, наконец, положительная коронавирусная статистика. После тревожных выходных, когда от осложнений COVID-19 умерли 5 человек, в Одесской области рекордное количество людей, которые победили болезнь. За сутки зафиксировали 17 выздоровлений. В целом же отрицательный результат повторного ПЦР-теста получили 79 жителей области. Правда, новых случаев инфицирования все еще больше, чем тех, кто выздоровел. За день COVID-19 диагностировали у 20 человек, из них 7 медики. Сейчас на стационаре в Одесской инфекционке находится 37 пациентов. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких они не нуждаются. С начала эпидемии коронавирус обнаружили у 784 жителей региона.